Я замір розумію. Купе в чорном купе, Audi TT, на рулі подруга, купе с Nintendo на трубе. О, Саня, привет. Да, здорово, брат. Тут тип тебя вызывает на бой поединок. Ты собираешься отбиться или ты в этой медитации будешь всю жизнь сидеть? Я добрый. Нужно что-то ответить. Я спокойно. Надо просто, надо, братан, нужно ответить. Выйти из медитации и выйти на ринг. Я добрый. Братан, ну тебе вызов там серьезный, надо выходить. Александр Литовой. Я за мир во всем мире. Я понял, добрый, спокойный за мир. Ну нужно что-то ответить. Нужно выйти это. Ну если надо, тогда буду. Лады, давай, до скорого. Самая опасная пуля, удары наверняка с характером питбуля. Он начинал на улицах Одессы, лучше не трогай, если не хочешь замеса. Удары четко и строго, побереги себя, уноси ноги со свистом от его скорости быстрой. Сердечный приступ, в его глазах просто жалости места нет. Его удары летят со скоростью комет. Шрамы на теле, кулаки помнят каждый нокаут. Профи на деле каждый раз, как последний раунд. Он не боится боли, его жизнь это бой. Чемпион от бога Александр Липовой. Один ринг, один удар, одна победа. Один миг, чтобы расставить приоритеты. Один шанс, другого больше не будет. Он не жалеет себя, того ценят люди. Один ринг, один удар, одна победа. Один миг, чтобы расставить приоритеты. Один шанс, другого больше не будет. Он не жалеет себя, того ценят люди. Это не боевик, гримеры и монтаж. Кровавый спорт, проверенный годами стаж. Он не устал нести титул чемпиона от нуля до ста. По закону Вавиона, за ним город Ростов. Его знает лицо, вкус крови на постой. Закаляет бойцов его победы. Ради чести родных и близких он до последнего предан принципам и риску. Упорство, сила духа, его вера едина. Он вкладывает душу в каждый поединок. И несмотря на титулы, остается собой. Львиное сердце Александр Липовой. Один ринг, один удар, одна победа. Один миг, чтобы расставить приоритеты. Один шанс, другого больше не будет. Он не жалеет себя, того ценят люди. Один ринг, один удар, одна победа. Один миг.